Улицы Советской Армии и революционные Ракитовское шоссе отремонтируют литым асфальтом, приступили уже минувшей ночью. Напомню, также накануне заработал завод МП «Благоустройство», который производит эту смесь. А для подготовки ям к ремонту задействовали 4 бригады. Латать дыры в ночную смену вышли 4 кохера. Специальные автомобили для транспортировки горячей литой асфальтной смеси. Аварийная заделка трещины ям производится в темное время суток, дабы не создавать помех автомобилистам. Данная технология, в принципе, единственная, которую возможно применять зимой. То есть она позволяет ремонтировать асфальтовое покрытие при отрицательных температурах. Единственное требование – это необходима сухая погода, то есть осадков нет, работу производить можно.